Короче, стою на этом одном месте и вот пытаюсь завалить горгулью, блин. Уже, блин, долго. Но если подходишь, он сразу одним ударом практически убивает. Таким макаром издалека его буду, короче, мочить. По-другому его тяжко загасить. Получил хорошо, еще чуть-чуть осталось, никуда не двигаюсь, короче, вот как появился, когда убил меня, так же и остался на месте, короче. И вот с этого места фигачу, чтобы он не бегал здесь по пещере, в общем, двойников своих, короче, двойники у них никто не убивает. Вот так вот чуть посидеть, но зато сейчас мы его забьем по-любому. Вот точка здесь критических уронов, короче, будем сейчас вот пытаться здесь завалить, так чтобы он не ушел с этого места. Чуть-чуть осталось, ему не проморгать, чтобы он не пошел никуда. Так, хорошо, еще чуть-чуть. Критический урон пошел, блин. Давай, 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 давай. Ну, короче, вот он у нас здесь, блин. Уродец этот. Вот так мы его стреляем. Он совсем близко подошел к нам. Давай. Еще чуть-чуть. Ох ты ж, ё-моё. Давай, давай. Прям вообще он рядом с нами, блин. Что надо ему не дать, короче, очнуться. Так. Еще немножечко, я думаю, мы его загасим. Подбегать я к нему точно не буду, вот убирать можно. Давай. Короче, выкинуло нас что-то из игры, блин. Давай, давай. Давай. Еще чуть-чуть осталось, и все. Мы его загасим. 29 урон, был 28. Он вообще рядом с нами стоит. Давай, посылаем эту фигню свою, блин. Еще чуть-чуть. Подбегать точно к нему не буду, блин. Иначе, блин, можно попасть вообще. Давай. Давай, давай, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Вот так вот у меня. Блин, на этом месте, пускай долго, но зато мы его, блин, сейчас убьем. Еще чуть-чуть осталось. Давай, еще чуть-чуть. Мозги ему засрем, блин. Давай, 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 29. Да, хорошо, хорошо. Пускай лучше издалека, но зато уже наверняка мы его копим. Ну, чуть-чуть еще, давай. Ирбис Фатус. Еще чуть-чуть тебе и до свидос. Так. Ну. Давай. Засри голову. Так, хорошо. Ну, еще чуть-чуть. Прям вообще чуть-чуть. Давай, давай, уже умирай, елки-палки. Осталось вообще прям, блин, громулька.
нифига, все равно боюсь. Чувство. Чуть-чуть еще, по-моему. Тут и все, короче. Ну-ка. Развитаем еще мозг. Критически. Что у него там осталось-то уже? Пустая у него шкала жизни, блядь. Ё-моё. Не умираешь, блин. Опа, есть. Есть контакт. Наверняка кто-нибудь за это не заплатит. Ну, ништяк. Долго, прям очень долго, блин, это было делать. Что ему отрежет сейчас язык? Что-то ему отрезал, короче. Так. Зажгем факел. Все, этот ублюдок готов. А, голову ему, да, отрезал, короче. Угу. Так, рюкзак у нас полный. Надо рюкзак. Так, опа, вот этот меч, смотри какой, 56. Ух ты. Каравел, Карабелла, блин, 157, 69. Вот этот у нас. Ох, я их буду мочить сейчас, блин. Больно, давай вот этот Карабеллу поставим. Это что у нас? Топорик. Ё-моё, ставим Карабеллу, блин. И знаки. Шанс, так, стоп, посмотрим, так. Шанс вызвать оглушение. Шанс вызвать оглушение. Так, сила атаки плюс 2. Сила атаки нам нафиг. Пробитие доспеха, короче. Тут уже интересно. Шанс вызвать отравление. Мощь знаков. Получение адреналина. Посмотрим. Так, шанс вызвать заморозку. Получение адреналина. Шанс вызвать горение поставим. Потом. Шанс вызвать кровотечение тоже, наверное, поставим. Так, вот это что такое? Шанс вызвать горение. Блин, 3%. Здесь 2%. Блин, фигня, ладно. Шанс вызвать... Вот так, кровотечения нет. Мощь знаков, может. Мощь знаков на 2%. Шанс вызвать отравление. Получение адреналина. Шанс выбить, выбить из равновесия, да? Так, а вот эти знаки, интересно, у нас... Нет. Эти нет, эти на вещи, короче, идут, получается. Так, ладно. Оглушение нафиг, шанс вызвать оглушение. 3%, блин. Сила атаки, короче, блин. Ладно, пусть будет сила атаки. Это что? Пробитие доспеха. Так, отравление. Получение адреналина. Мощь знаков. Блин, ладно, нет, поставим. Пробитие доспехов. Так вот. Так, что выкинем? 72. 79, 75. Ладно, вот этот выкину нафиг. Штаны, блин. 13, броня. 4, 9. 47, так. Ну, пока все. Замечательно, посмотрим, что тут есть, может, что найдем. Так. Так, это здесь что у нас? А, здесь я уже был, окей.
Сюда вот я зашел. Здесь обход, куда выход. Угу. Похожу, посмотрю, может, что найду. Так. Сюда у нас, тут у нас что? Тут у нас ничего. Пусто. Блин, победил его с горем пополам, короче. Это, блин, не шутки. Ну, все, выход, значит. Больше тут ничего нету. Так, сохранюсь, короче, наверное. До утра дождусь. Окей, так, сохранились, короче. Так, посмотрим теперь, что у нас задания какие здесь. Так, хозяйка леса, та-да-да. Ну, давай, пойдем сюда. Болотники могут вылезти, да. Так, там вот что-то вижу. Иду гляну. Так, это что такое? Человек убит. Я ничего не сделал! Я в курсе, что-то. Ладно, а чё ты тут один-то? Типок, блин, ты посмотри, дом строит. Дурил, короче. Так, сразу посмотрим. Так, так. Взглядом своим пронизывающим. Окей, идем туда, блин. Дерево. Ну, пошли. Оп, что-то кто-то. Олени какие-то, что ли? Так, ясно, уже практически пришли. Так, это что такое? Посмотреть. Подношения какие-то. А там черви внутри. Так. Короче, сохранимся еще, походу, здесь, наверное, на всякий случай смажем клинок. Так, против магических тварей, против вампиров, проклятые, получил орков, огров, зверей, блин, ладно, тогда масло против вот этих, наверное. Блин, или против магических, наверное, магических лучше. Короче, сохраняемся.
все сохранились, погнали искать. Так, ладно. Здесь что такое? Ага, вижу. Так, 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 еще разок. Это что тут, ага, валяется? Так, зайдем сюда. И отсюда начнем смотреть, короче. Ладно, пошли. Заманивают, заманивают, короче, этими сладостями, блин. На болото. Куча развесили сладости, блин. Так, кто это там? Ё-моё, ублюдки, ублюдки, короче. Так, ладно. Так, ладно, пока на них времени нету. Так, так. Да, тропинка из сладости, так называется эта фигня. А вон и дом, наверное, их, да, там. И там что такое? Тут бегает, смотри. Твою пометь. Ублюдок. Вот ты же ублюдок, целый ублюдок, короче. Смотри на них. Да хренище. В норку полезли к себе, блин. Ё-моё, блин, туда к дому так просто не пробраться. Нет, что? Блин, к дому так просто не пробраться, да. Потроха их не, блин, все собрал. Бляха-муха. Короче говоря, завалили нас, блин. Так, ладно. Не будем отходить, короче, от тропинки. Вдалеке будет домик какой-то, это мы потом туда пройдем позже, потому что там этих дофига водяных, потом посмотрим. Хотя можно попробовать потихоньку посмотреть и сейчас, блин. Вон они, вон они, вон они повылазили, черти волосатые, блин. Ладно, потом к ним пройдем. Еще дом какой-то. Мини дали нам? Мини нам нифига не дали. Так.
Черт. Ладно. Потом я до вас доберусь, блин. Так, и видать, вон тот домик и есть. Сохранимся тоже. Все, сохранились. Пойдем посмотрим. Опа, вот сейчас будем биться на раб. Вовремя сохранился. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. По был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. Послушайте, девушка, которую я ищу, попала в беду. Если не хотите помочь мне, помогите хотя бы ей. А ты откуда знаешь, что она тут была? Люди говорят, она попала к ведьмам на болото. Но тут нету ведьм. Тут только лягушки. И ужи. И Васик. Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего сверчков. Я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает: «Погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю». Что это за слово? А ну, живо в хату! Живо в хату! Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда! Уходи! Короче, не помогли они. Что тут чужому делать? Да. Смотрим, что тут есть. Ничего нету. Так, ладно.
что за дом? Сбегаю-ка я сюда. Заперто, нужен ключ, ладно. Исчезли. Так, сейчас посмотрим, что тут еще у нас. Нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Я задам тебе только один вопрос. Ничего ты ему не задашь. Ты чужой. Нельзя с чужими разговаривать. Давай есть. Суп со шкварками. Ты слышал? Он говорит, что боится тебя. Не пугай мне детей. Найти способ бабушку из хаты. Блин, а как? Откуда он такой взялся? Откуда он такой взялся? Ты чего здесь, а? Тебе тут делать нечего. И держись подальше от детей. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки, а то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, 18, 19, 20. Я иду искать. Ну давай. Я тебя вижу. Как ты меня углядел? Давай дальше, что у нас здесь?
Я тебя вижу. Выходи. Повезло тебе. Сейчас посмотрим еще одного. Еще где один? Все так, нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле, он непридуманный. Не сделаю. И Васик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, и Васик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Так, окей, уходим. Здесь где тут дверь была? Ага, вон она. Так, ладно. Сохранимся здесь.
Давай, иди сюда. Давай. Так. Туда полез, придурок. Блин, посмотри. Так, один есть. Полез, ты дура, блядь. Посмотри, как он лазит. Есть. Че, говнецо нету с ним? Ничего не вылазит. Тяжко загасить будет. Эй, ты что сделал? Нахрен ты сожрал? Срать.
валим, валим нахрен, валим отсюда, это старая карга, блин. Вот моя бабка долбана. Валим нахер, валим нахер. Вот таким макаром. Водная бабка, это еще та зараза. Валим, валим нахрен. Так, так, отлично. Таким макаром водную бабку мочим. Давай, водная бабка. Вали, да чё ты убрал-то меч, придурок? Давай, ладно. Давай сюда. Валим, валим, так, хорошо. Хорошо, но не до конца, блин, подходит сюда. Валим, так, хорошо. Так, вот моя бабуля, давай, давай. Есть, завалил водную бабку. Ха-ха, ништяк. Замечательно, сохраняемся. Так, 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 водную бабку завалили.